Я приветствую вас, дорогие друзья. Итак, слово дня сегодня – процветание дано нам по завету. Аллилуйя. Вторая Закония, 8 глава, 18 стих. «Но чтобы помнил Господа, Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет свой». Зачем Бог дает процветание своему народу, как вы думаете? Неужели для того, чтобы довольствоваться и соперничать, у кого дороже машина или у кого больше диаметром телевизор? Нет. Утверждение завета Божьего на земле и помощь нуждающимся – вот каковы Божьи цели процветания для нашей жизни. Иисус не строил мировую империю для себя, послушайте. Он не делал этого, но Он не был бедным. Он был великим даятелем на этой земле. Он кормил и обеспечивал всех тех, кто был рядом с Ним. Всех тех, кто нуждался, Он кормил бедных и нищих. Вот уже нам пора пойти по Его примеру. Нам пора перестроить свое понимание. Не думайте, как восполнить свои нужды. Посмотрите дальше и начните думать, как восполнить нужды других, как исполнить завет Божий на земле и наслаждаться своим процветанием. Я благословляю вас. Процветайте не для того, чтобы самим разбогатеть, но чтобы восполнить нужды нуждающихся. Благословляю вас.